Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем в приманочку на сервере Родина Ролиплей, Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, сегодня мы займемся вот этой малышкой, которую я обменял. Вы мне написали то, что типа я выгодно обменялся. Большое спасибо всем, кто писал. Она у меня столько, в принципе, но сегодня мы это исправим. Как минимум нужно перекрасить и поставить нитро, поэтому погнали. Итак, давайте, я думаю, перекрасим сразу, пишем баллон 164.1. Я думаю, цвет идеально подойдет этой машине, потому что, ну, желтый, я вчера катался и видел, что много было машин таких желтых, а вот такой цвет редко встречается, в принципе, поэтому, я думаю, довольно-таки неплохо будет смотреться, это такой фиолетовый хамелеон, на самом деле, он переливается, там все дела, поэтому, я думаю, это будет довольно-таки круто. Так, давайте заводим наш двигатель, в принципе, поехали. Вообще, конечно, круто выглядит, я такой... Видите, он ночью будет другого цвета, короче, он переливается, этот цвет, и он очень крутой, поэтому мы оставим, наверное, его. Погнали теперь в южный, поедем в стоп, поставим нитро, а там уже посмотрим. Вот, видите, погода поменялась, и цвет более такой другой стал. Блин, очень круто выглядит. Цвет, если 164, можете юзать. Мне очень прям нравится, блин, прям по кайфу. Надеюсь, обратно не будут плагиатить, блин, мои машины, потому что Чирон мой все плагиатили, просто у каждого был такой же расцветки Чирон. Поэтому, надеюсь, Ешки, точнее, Мерседесики такого цвета не будут. Если что, это, по-моему, AMG GT называется Мерседес, если я не ошибаюсь. Мне раньше он очень нравился, но сейчас что-то не так нравится, как раньше, но все равно тачка довольно-таки очень прикольная. Так, вот видите, Mercedes AMG GT. Давайте вам покажу информацию о нем, в принципе, кто не видел. Пробег, пацаны, всего лишь 6 километров, состояние авто хорошее, в принципе. Потом, он стоковый, если что. Вот, сток. Полный сток. Я не знаю, надо денег подкопить будет, на тюнинг уйдет где-то лям, но у меня таких денег нет, сейчас нитро поставим, потом... Не знаю, поедем, может, поставим стробоскоп, либо автолог хотя бы, чтобы было. А уже будем копить бабки и в какой-то серии полностью его протюним. Так, проезжаем, короче, по правилам. Чтобы еще вместиться, конечно. Оп. Все, погнали, сейчас нитро поставим. Так. Нитро. Нитро нужно. Нет, я не хочу улучшить состояние своей машины, мне нужно нитро. Так, нитро нужно установить, короче, все. Нитро это то, что надо. Нитро стоит 50 тысяч всего лишь, поэтому это довольно-таки хорошо. Это довольно-таки хорошо. Так, давайте, пацаны. Конечно же, гидравлику я ставить не буду, потому что, ну, это не такая машина, куда можно гидравлику поставить. Так, что-то они довольно-таки долго ставят нитро, ну ладно. Ну, скорее всего, тот чувак, видите, вот этот 13 ID быстрее всех все сделает. Все, так. Нет, я уже поставил нитро. Так, заводим двигатель сейчас. По-моему, нитро поставилось. Да, нитро поставилось. Нитро просто уходим в точку. Просто валим дико. 215 километров едет, по-моему. Мне писали, что в полном тюнинге она едет 250 километров. Это довольно-таки неплохо. Так, вот мы доехали, короче, я немножко машину ушатал. Ну, в этом страшного, я думаю, ничего нету. Так, давайте заедем. Нет, нам не сюда нужно. Сюда мы приедем, когда у нас будет хотя бы лям. А нам нужно вот сюда. Так. 120 тысяч, 190, так, это выйдет где-то тысяч, так, 200, 310 тысяч выходит. Ну, давайте, что делать. Я хочу, чтобы у нас в полном тюнинге была вот эта табличка, поэтому... Все, купили мы автолок и стробоскопы. Вообще просто шикарно. Мы в этой серии поставили нитро, стробоскопы и автолок. Я думаю, это довольно-таки круто. Ну, а именно технический тюнинг у нас будет, в принципе, в следующих сериях. Погнали, ремку купим и заправим, в принципе, машину, и
Может, еще прокатимся на ней. Так, все, я заправился, починился. Давайте прокатимся. Давайте посмотрим на разгон вместе с места, в принципе. Не, ну разгоняется довольно-таки бодро, как по мне. С нейтрончиком еще лучше, намного. Поэтому мне очень нравится эта машина. Оптика прикольная у нее. Да и сама она внешне прикольная. Можно будет серию записать, блядь. Вот нахуя по дороге бегать, сука, долбоебы. Вот не понимаю, блядь. Еще по встречке бежать, сука. Ну пиздец, только машину починил. Реально бомбит просто таких людей. Так, я только что проехался. От первого лица на ней ездить, конечно, вообще невозможно. Потому что упирается в крышу персонаж. Как бы да. Ну так, салончик, в принципе, неплохой. Так, я пробрался вот на эту парковочку, чтобы подрифтить. Давайте попробуем раздать бачка, в принципе. Бачком, бачка. Я думаю, довольно-таки круто будет. Какой-то базарчик сделали или что? Я вот не понимаю. Но я все-таки сюда заехал, через поле немножко проехал. Во. Заебись, вообще с нейтрончиком идет бачком. Не, ну хорошая машина, пацаны. Всем советую купить, кто там хочет. Я думаю, на тюнинге вообще будет просто сказка, бомба и так далее. Ну что ж, мы в этой серии перекрасили машину, поставили стробоскопы, поставили... Давайте стробоскопы включим. Поставили нитро, стробоскопы, автолог. Потратили около 400 тысяч примерно. Ну а в следующих сериях будем уже тюнинговать ее. Точнее, буду копить деньги, а потом в какой-то из сериях полностью мы ее протюнингуем. На этом у меня все. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.